китайский парк, и когда здесь нет людей. Как вы видите, по замечательной вот такой вот очереди организованы в заграждениях, потому что людей бывает много. Вот, пожалуйста, делать, можно посмотреть наш фильм про Джандзяндзея, там, по-моему, снимали подобный вход, когда был очень большой. Поэтому очень хорошо бывать в таких парках не в сезон, либо вне выходные дни, либо когда собирается какой-нибудь дождь, как, например, сегодня. Когда это все боятся. Вчера, когда мы говорили, что мы сюда поедем, наши друзья говорят, ой, какой кошмар, там же будет дождь, очень хорошо, значит, будет меньше туристов. Все китайские национальные парки, вот такие вот зоны досуга, рекреации с платным входом обязательно градируются по категориям, выделяемым разным количеством букв А. Конкретно самая высокая обычно там 5 или 6 букв А, вот здесь вот их 4, то есть 4 звезды. Все больше и больше каких-то локальных таких достопримечательностей.